Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Усурпор или Узурпатор. Короче, нам нужно отправляться вниз, походу, в кубический мир. А, сходили мы с вами на другого боссика. Да. Классный босс был. Которого я даже не мог нанести урон. Но он меня прелестно убил. Ну, оно как... Оно так всегда же бывает, да? То есть, я думаю, тут можно не удивляться. Думаю, здесь можно не удивляться. Так я просто не понял, из-за чего он такой жесткий. То есть, что я даже ему ни хера нанести не могу. Я за это. Давайте с первого начнем. Первый. Второй. Короче, а тут один, я понял. Идем чисто по правой стороне. По левой. Когда возможно, идем по левой. Угу. Теперь идем так же, только идем теперь направо. Налево. Хорошо. Ну, вы видите, тут запутано. Хорошо, теперь по прямой. Отлично. У нас остается только сюда. Налево. Хм. Уже немного выборов. Налево. 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 Так. Налево. Ну, ой, я что-то запутался, да? Немного. Вот сейчас нужно было идти направо. А ну-ка. Налево. Налево. Так, теперь направо. Вау, вау, вау. Вау, 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 вау. Окей. Я вас понял. Хорошо. Меняем стратежку. Меняем стратежку. А именно меняем оружие. Так, давай. Так, подожди, а что мне будет больше наносить? 68? 76. Ну, я думал, пускай этот. Подожди. Ну, пускай. Ай.
Хорошо. Ну, топор, я вижу, я разобрал сильно. Ух. Так. А теперь идем так же. Теперь сюда. Сюда. Вправо. Влево. Душа. Вправо. Вправо. Влево. Вправо. Вправо. Теперь вправо. Вправо. А, ну то есть я понял, типа лабиринт, окей. Ну, мы справились на ура. Топор очень быстро с ним справился. Ха. Довольно быстро. Поэтому теперь мы с вами летим. Куда? Правильно, обратно. И вопрос тогда у меня возникает, а нахера я убивал того? Походу где-то спрятаны все-таки предметы, которые мне нужны. Не, я думал, слушайте, там реально, думаю, локация огромная, типа. На несколько там часов будет. Ну, что-то какая-то... Да. Давайте я сейчас у этого обменяю вот эти два предмета. Трейд. Раз, два. Лиф. Так, у нас даже 91к. Так, где мой волшебник? А, buy spell. Лиф. Мне интересно, что он дает стоять. Инвентарь. Ага, книжанцы. Ну давай вместо тебя. У меня кажется, блин, жесткая, ну-ка. Давайте хоть... Ой-ой-ой, стоять. Я сейчас сдохну. Хотя бы сохраниться. Сейв гейм. Можно, знаете, что сделать? Попытаться того убить. Либо можем дальше полететь, просто посмотреть, что там, где. Думаю, да, нужно вернуться, короче, в город. Нужно вернуться в город. Я сейчас с помощью телепорта все замучу. Ну да, типа задержка, но мне кажется, тут будет дамаг. Порно. Сейчас посмотрим. Так, мне нужен вот этот телепорт. Смотрите, по 110. Но это в то, что я... Потому что вкачал все. Давайте, наверное, переставлю книжки. Книжечку на... Второй слот. Пистолет на третий. Так, здесь у нас что было? Здесь у нас заморозка была. Да, 148, подумайте, урона. Руки. Так, хорошо. Даже очень хорошо. 24к. Блин, ну я... Мне такое чувство, что у нас здесь мало. Куда можно сходить? Это я уже выхожу просто. Это я поднимаюсь к городу. Это я возвращаюсь обратно в город.
Вау. Манать меня только что переколбасило. Жесть. Я сейчас испугался немного. Взрывчик. Подождите, а тогда... С статуей было все нормально. А, я понял, до свидания. До свидания. Так, там у нас тупик. Тут у нас роботы. Нормально, нормально, летим. Ага, сундук, хорошо. Блин, ну я, в принципе, могу их обменивать уже. То, что я не вижу уже, на что их можно тратить. Почти уже ни на что. Уже почти ни на что. Потому что мы уже все нашли, мы уже все раздобыли. Так, мимик сраный. Думаю, это я не могу различать. Так, ну все, здесь, короче, мы все части изучили. У меня есть вариант сейчас пойти еще магию купить. Либо нахер она вообще надо, да? Можно пойти... Хотя мне нужно куда-то вкинуться. Можно сходить отхилиться, можно сходить этот заюзать. Блин, мне кажется, книжка была намного мощнее, чем мой меч. Хотя, кто его знает? Это, видите, на радиус, но там задержка, типа, есть перед атакой. А здесь, получается, на мече не такая уж большая задержка. Так, сейчас посмотрю, сколько мне нужно. Level up. А, мне нужно 40. Да. 40, 40. Так, здесь мне нужно 50 кусков. 50 кусков, я могу один заюзать, будет 39. Что делаем, ребят? Я могу как бы купить. Или нахер надо? Ладно, нет, нахер надо. Лучше пойду себе этот. Все-таки один заюзаю. Да. Так, лучше левел ап сделаю себе. Level up. Save game. Ну, давайте сразу еще во второй слот сохранюсь, на всякий случай. Если вдруг засру себе этот слотик. Бай. У нас сейчас сколько? Там... Так, у нас даже 10-ка нет. Ладно, бай. 60-75. Замечу, S. Ну, давайте за пятерку купить. Не хочу, ладно. Ну, это, короче, знаете, если вы хотите проходить игру не меч, ну, как, не берсерком, как я, да, ну, что, типа, с двойным мечом, а, типа, сделать себе такой мини-челлендж, что вы можете юзать чисто магию, допустим, там. Блин, ну, я просто все равно 10-ка потеряю. А я его не смогу убить. Так, подождите, еще вопрос у меня насчет здесь вот. Мы были вот тут-то вот. Мы были только здесь. А здесь тоже что-то есть в центре. Так, стоять. Где-то мне наебают. Стопэ, 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 стопэ. Значит, мы сейчас улетаем. Значит, все было нормально. Я думал, то типа еще один проход какой-то, о котором я не знаю, оказывается, нихера. Туда тоже нужно лететь.
Главное, чтобы я... Подождите. Главное, чтобы я правильно шел. А, так, я сверху, да, пошел? Что не врублюсь. А, тю, бля, правильно. Мне нет, и сюда нужно. Мне нужно с города идти. Мне нужно с города идти. Замороженного. А это значит возвращаемся. Херячим сюда. Так, 10 кусков есть. Хорошо, ускоряемся. Не успевать стрельнуть, хорошо. Еще ускоряемся. А, теперь мне нужно правильную сторону найти. Где это у нас все проходит? Подождите. Так, здесь отлично. Сейчас сохранюсь. Так, отлично. Полетели. Теперь мне нужно херячить просто прямой вниз. У нас защита с вами есть. Это нам вообще посрать. Я давайте, может, книгу заюзаю. Ля. Не, она не убивает их. Все, тогда идем сюда. Здесь вот мы еще не были. Хорошо. Тут темновато. Так, а что здесь у нас вниз? Так, подождите, там карта есть нормально? Так, если сейчас здесь, если вниз пойду, то я сюда, да, отправляюсь. А наверх там тоже куда-то проход есть. Стоять. Нет. Туманы, блин, какие-то туманы лабиринты у нас, походу. В этой локации. Здесь хотя бы туманчик развеивается. Окей, поедем выше. Ага, лифт. Так, рапирка, хорошо. Вау. Он меня атаковал, но не зацепил. Хорошо. Так, наверх подъем. Тут какой-то лифт, я не знаю, обвалившийся. Так, просто летим вверх. И прям... О! А, видите, все-таки здесь был проход. Скрытый.
Да, туман здесь жесткий. Туман здесь жесткий, ничего не скажешь. Да, все-таки нужно вниз лететь. Скорее всего, мы либо там одной из... Хотя, ты смотри, там в центре навряд ли босс будет. Поэтому, я думаю, одно из двух. Либо там будет... Что-то. Но я догадываюсь, что это может быть. Первое, что мне в голову приходит, это... Ёбаный в рот. У нас еще и... Можно без тумана, пожалуйста? Пиздец. Я понял. Да, хорошо, что у меня все-таки есть светильники здесь. Так. Так я здесь, да, был? Вниз. Там наверху был проход. Стоять. 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 Так. Что это у нас? Ни хрена себе. Похоже на очень мощный предмет. Главное запоминать. Если будут враги, запоминать. Иллюзорные эти хуйни могут везде быть, поэтому они особенно в туманах. Я не хочу рисковать. Хорошо. Шарп Крит. Ни хрена себе! 98 цеха. А, ну, это, знаете, то же самое, что у нас топор. 98, 145. 98... Нет, я буду тогда с помощью этого убивать боссов, если не... Такие же жесткие будут. Так, давайте я наберу из заряда, если вдруг нападут втихаря, чтобы я знал. Так, хорошо. Не фриз. Я не хочу знать, что, блять, в тумане. Я... Челик, то осторожный, блядь, то... Ну нахер. Я думал, она типа, знаете, там энергия переливается. Скажите, разве тут что-то видно? Если бы я без духа тут был.
Монати, там что? Я знаю, что это. Я знаю, что это. Это клеточки. А кровь с каким-то херми. А что это? Так, это поможет. Так, китай дрель. Иксагель, блядь. Ты думаешь, это нау? Это мне нужно. Я серьезно закончу бластар. Что-то есть там. А, да, well, так, боди. Изи мистик. И I will. Готово. Так, все, ребята. А вот походу теперь я могу убить и слизнем. Поэтому выбираемся. Хорошо, что здесь враги втихаря не могут нападать. Поэтому я не боюсь, я просто лечу прямо. На всякий случай я лучше заряд сделаю. Так, мне кажется, вот это там я херовина, это слизь против того челика. Мы можем двумя способами его, походу, убить. Теперь я буду убивать с помощью книжечки. Я думаю, книжечка мне поможет идти все сделать. Осталось только найти выход. Выход найден. Отличненько. Так, теперь сюда. Поднимаемся наверх. Можно сказать просто изи бризи. Ха. Мана 432. Просто вслушайтесь в этот урон. 432. Я сначала попытаюсь убить эту херь с помощью вот этого меча, который мы получили. Если он будет меня доставать... Вау, вау, я понял. Ну нахер. Сейчас еще я отлечу. А я отлетать вообще не хочу. Так, там тупик, да? Там тупик. Ух, пронесло. Как бы то ни было, пронесло. Наверх. Ну, блин, вот видите, оно меч... 400 с чем-то урона, камон. Так, хорошо. Угу. А сколько мне нужно для по... 41к. Ну, чтобы не терять много этих... Ба-ба-бам. Так, готово. Готово. Level up. Окей. Save game. Level up. Так, а теперь мы с вами... Давайте, наверное, в этой серии мы попытаемся грохнуть эту тварь. А там посмотрим, как будет у нас ходить, отлично или плохо. А где босс? Чё? А босс? Серьезно? Босса нету? Окей. Уговорили. Ребят, походу босса нету. Походу, когда я эту хрень взял, он автоматически сдох.
Ну ладно. Ну, типа, знаете, халявный вкач. Халявные деньги. Считайте, сейчас туда-сюда уже все. Пиздец. А если я хочу с ним сразиться, алло? У меня не было оружия, чтобы его дамажить. Камон. Ладно, тихо. Не-не-не, подожди. Ну, как, ребят, вам сказать? Изи, убили босса. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.